Банк «Ренессанс Кредит». Рекламная кампания 2.14. Ситуация. В первой половине 2012 года банки в полтора раза увеличили медиаинвестиции в сегмент потребительского кредитования. К лету становится особенно жарко. Конкуренты предлагают одинаковые продукты с похожими условиями. Среди них и «Ренессанс Кредит», который намерен расширять клиентскую базу. Что видит потребитель? Огромное количество предложений взять кредит быстро, просто, доступно, на что угодно. Банк ВТБ напоминает про ремонт. Платинум банк советует не просить денег у родственников. Дельта банк заманивает кредиткой номер один. Но ни один из банков не отвечает прямо на главный вопрос целевой аудитории. Сколько денег я заплачу по кредиту? Вопрос актуальный. Люди не понимают банковскую кухню и опасаются, что они не потянут выплаты по кредиту. Поэтому среди всего этого великолепия потребитель растерянно ищет выгодное предложение. Проблема. У банка «Ренессанс Кредит» нет выгодного предложения. Процентные ставки почти такие же, как и у конкурентов. Задача – увеличить количество звонков на горячую линию на 50%, до 1500 в день. Повысить общее знание банка на 10%. Привлечь не менее 15 тысяч новых клиентов. Решение. Мы упростили финансовую математику и наглядно показали, сколько именно заемщик потратит на выплату кредита. В пересчете на ежедневный платеж эта сумма составила всего 2 гривны 14 копеек в день. Это сущий пустяк. Понятная, осязаемая цифра. В таком виде ставка не кажется большой. Наоборот, это мелочь, которую потребитель тратит каждый день, не замечая. Как чашка кофе, как проезд в метро, как карандаш, как одно яйцо. Таким чином за кредит ви сплачуєте лише 2,14 на день. Як 2,14? Ну ось так. Як за одне яйце. Отримайте кредит готівкою від банку «Ренесанс Кредит» та сплачуйте всього 2 гривні 14 копійок на день. «Ренесанс Кредит». Телефонуйте зараз 0800 300 500. Рекламная кампания 2.14 доносила простое сообщение. Выплата по кредиту как за одно яйцо. Такая конкретика выгодно отстроила банк от конкурентов и сфокусировала внимание целевой аудитории на предложении от «Ренессанс Кредит». Кампания проходила в июне-августе 2012 года. Телевидение было основным каналом коммуникации. Постеры с персонажем из ролика, региональная пресса и реклама в транспорте обеспечивали дополнительный охват аудитории. Интернет-баннеры вели пользователя на специально созданную страницу. Компания 2.14 показала рекордные результаты. С первых же дней рекламы на колл-центр обрушился вал звонков. При планируемых 1500 звонков во вторую неделю был зафиксирован рекорд – 5800 обращений в день. Этого никто не ожидал, поэтому штат сотрудников колл-центра пришлось оперативно увеличить на 30%. Более 80 тысяч звонков в июне – абсолютный рекорд за всю историю коммуникаций банка. Более 207 тысяч звонков за 3 месяца, что на 54% превысило ожидаемый результат. Знание рекламы без подсказки составило 14%, самый высокий результат в категории. Всего за 3 месяца общее знание банка выросло на 21%, продемонстрировав самый стремительный рост в категории. «Ренессанс Кредит» вошел в десятку самых известных банков Украины. Привлечено свыше 20 тысяч новых клиентов вместо запланированных 15 тысяч, что на 34% превысило поставленную цель.